купил в 2012 году смеситель с Грохи. И вот спустя 7,5 лет работы вода стала одновременно идти из душа и из крана. Вот, соответственно, пытался сам вытащить эту запчасть, но она какая-то уже хрупкая стала. И вот эта вот кнопка у меня развалилась на две части. Вот, стоит сейчас такая от 3250 рублей. Ну, на самом деле, то, что она развалилась, на самом деле не страшно, потому что она и ремонтно-пригодная. В комментариях пишут, что резиночка, которая там изнашивается, она, к сожалению, нигде не выпускается. То есть отремонтировать, вставить внутрь какую-то эту резиночку невозможно. Поэтому приходится покупать по таким конским ценам. Спасибо большое за внимание.